На рынке происходит множество странных и противоречивых вещей. Еще позавчера все ожидали ростябрь, а сегодня ждут биткоин за 57 тысяч долларов. Рынок разделился на два практически ровных лагеря, и индекс страха и жадности это подтверждает, находясь ровно посередине. Акции MicroStrategy выросли на 5%. Цена почти достигла 200 долларов. Помнишь, в последний раз, когда акции микростратегии стоили 200 долларов, биткоин стоил 74 тысячи долларов. Однако сегодня, когда акции микростратегии снова приближаются к отметке в 200 долларов, биткоин стоит только 62 тысячи долларов. Это действительно странно. Но главная новость на сегодня, не ожидает ли нас еще один черный лебедь на горизонте уже в октябре? Это то, что я собираюсь с тобой сегодня обсудить. Давай погрузимся в это, помня, что это не финансовый совет. Я просто человек в интернете, а не провидец. Кстати, не забудь поставить лайк прямо сейчас, это очень помогает каналу, да и мне всегда очень приятно. Поставил? Большое спасибо. Начнем с этого события для альткоинов. Грядут большие разблокировки токенов, которые обычно заканчиваются распродажей этих разблокированных токенов. У нас будут разблокировки токенов XAI, Optimism, FET, Ocean, OneInch, Aptos, Cardano, Nier и других. Aptos при этом поражает больше всего. Его ожидает разблокировка токенов на сумму 104 миллиона долларов. Имей это в виду. Следующее событие уже для биткоин. Верховный суд разрешил США продать биткоины, которые правительство конфисковало у Silk Road. Речь идет о монетах на сумму 4,4 миллиарда долларов. Это 69 370 биткоинов. Это на 20 тысяч больше, чем было у Германии, когда она продавала свои биткоины летом 2024 года. Тогда немцы продали почти 50 тысяч биткоинов. Вопрос в том, может ли это стать черным лебедем, который сорвет Ростябрь. Я не уверен. Но Верховный суд не оставил никаких препятствий для продажи этих биткоинов правительством Соединенных Штатов. И мы видим, что множество монет уже было перемещено в места, откуда их можно быстро продать. И это может снизить цену на краткосрочной перспективе. Так что это может стать большим черным лебедем, который уже распростер свои крылья над криптовалютным рынком. Но ты знаешь, что это значит? Это означает новую возможность для покупки. Обычно такие падения цены пугают людей, но именно в такие моменты мы начинаем накапливать. Так что следи за этим очень внимательно. Но я лично считаю, что если текущая администрация в Белом доме сольет эти биткоины до выборов, это будет плохо для них, учитывая нарративы, которые обсуждались на биткоин-конференции в Нэшвилле. Но слишком долго наше правительство нарушало кардинальное правило, которое каждый биткоинер знает наизусть. Никогда не продавайте свои биткоины, верно? Это может повлиять на рейтинги кандидатов, которые после выступления Илона Маска на митинге Трампа и так складываются не в пользу Харрис. Харрис это синий график, а красный график это Дональд Трамп. Поэтому возможно, что они продадут 10 тысяч биткоинов или что-то в этом роде, а не сразу всю эту пачку на 70 тысяч монет. И даже такие продажи были бы неразумными с моей точки зрения. Кстати, судя по этому графику, американские институты уже давят на цену биткоина, продавая свои монеты. Премия на Coinbase упала до минус 41, что свидетельствует о том, что кто-то в Америке испугался потенциальных продаж правительства и продает сейчас наперед, по, как он думает, более выгодной цене. К другим событиям. Продолжается тирания SEC. Биржа CryptoCom получила уведомление Wells от SEC. То есть комиссия по ценным бумагам и биржам США уже подозревает эту биржу в нарушении законодательства. Все, что делает СЕК на протяжении многих лет, это постоянно раздает такие уведомления различным криптовалютным компаниям. Но знаешь, что действительно хорошо? Такие компании, как Ripple, Coinbase и теперь уже Crypto.com тоже говорят, мы больше не будем мириться с этим злоупотреблением власти, мы ударим в ответ. Буквально через несколько часов биржа CryptoCom сама подает иск против всех, чтобы защитить будущее криптовалюты в США. И да, именно это меня волнует будущее биткоина и криптовалюты. Потому что биткоин гарантирует свободу, в том числе и финансовую для всех тех, кто смотрит этот канал. Именно поэтому иногда ситуация вокруг криптовалюты становится политической, особенно тогда, когда биткоин сталкивается с людьми, которые мешают финансовой свободе и мне это не нравится. Я не занимаюсь политикой, никогда не хотел, потому что политика только разъединяет людей и делает управление ими проще. В отличие от биткоина, который соединяет людей по всей планете, независимо от их национальности, веры и языка. Но когда политика лезет в биткоин, мне приходится задевать такие темы. И чем больше и весомее становится биткоин, тем чаще он соприкасается с политикой. Также стоит помнить, что Гарри Генслер и Сек здесь не ради нашей защиты. Если бы они действительно хотели нас защитить, то сделали бы это в 2021. Но они не сделали ничего тогда. Еще одна очень странная вещь, которая взрывает мозги. Потоки капитала в цифровые активы упали на прошлой неделе. Мы видели отток в размере 147 миллионов долларов из цифровых активов. По сравнению с притоками за предыдущие три недели, этот отток не кажется большим. Но гораздо интереснее причина, почему мы его увидели. Все из-за того, что экономические данные оказались лучше, чем ожидалось. Да, рынок увидел в хороших новостях плохие. Вот почему в начале видео я и сказал, что на рынке происходят странные противоречивые события. Но почему они происходят? Когда выходят хорошие данные по рабочим местам, вероятность снижения процентных ставок падает. И это вызывает негативные настроения на рынке. Хорошие рабочие места ⁇ это отличные новости, но одновременно и плохие, так как вероятность снижения процентной ставки ФРС США падает. Вот логика этого процесса. И, кстати, следующая встреча чиновников ФРС насчет процентной ставки состоится 7 ноября. Именно тогда мы и узнаем, будет ли снижение ставки и насколько. Пока что рынок ожидает снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Теперь давай перейдем к хорошим новостям. Обрати внимание на то, где мы находимся в годовом исчислении. Да, это очень странный, наполненный противоречиями год. Но в то же время он является очень хорошим годом для криптовалюты и рынков. Всем, кто разочарован в булране и спрашивает, когда уже этот рост, нужно увидеть эту таблицу. SP500 вырос на 20% с начала года. NASDAQ точно так же. Обычно NASDAQ превосходит SP 500, но в этом году они идут вровень. Золото выросло на 28,4%, и это очень большой рост для драгоценного металла, который по 10 лет находится в спячке. Но такой его рост в 2024 году отражает уровень геополитической неопределенности по всему миру. Доходность десятилетних облигаций выше 4%, что не очень хорошо. Это связано с хорошими данными по рабочим местам, о которых мы уже говорили. Биткоин вырос на 39,3% за год. Это вдвое больше, чем S&P 500 и NASDAQ. Но не намного больше, чем результаты золота. Эфириум вырос на 6,6% за год, что стало огромным разочарованием для всех. И Solana выросла на 41,2%. Солану я тоже накапливал, начиная с 2023 года. Правда, сейчас я не покупаю ее, а накапливаю с помощью мемкоинов. Все прибыли с мемкоинов я конвертирую в Solana. Что касается спотовых биткоин ETF. Вчера мы увидели 19-й лучший день за всю историю с объемом почти четверть миллиарда долларов за день. Вчера они купили 3777 биткоин. Довольно хороший день, учитывая, что ежедневно добывается только 450 биткоинов. Это довольно впечатляюще. Не менее впечатляюще, чем эти новости. Я не хочу никого обидеть, но ребята из JP Morgan немного нестабильны. Они были медвежьими и предсказывали суперкатастрофу и супершторм для биткоина. Да, возможно, с метеорологической точки зрения они были правы, учитывая, что на Флориду движется один из самых мощных ураганов, который когда-либо видел этот штат. Но с точки зрения рынка они ошиблись полностью. Это немного пугает, потому что сегодня внезапно JP Morgan стали оптимистами, хотя они ошибались, будучи медведями, годами. И теперь аналитики JP Morgan предсказывают рост биткоина в четвертом квартале этого года. Они говорят, что позитивная октябрьская тенденция вступает в силу. Они что, не видели решения Верховного Суда США и потенциальные распродажи правительства США? Но также об этом говорит и Титану в крипто. По его словам, октябрь это типичный месяц для прорыва цены, если посмотреть на историю биткоина. Если посмотреть на халвинг циклы, мы видим, что все обычно начинается с 9, 16 и 11 октября соответственно. В этом цикле, если сложить все цифры, мы получим дату 20 октября. Титанов Крипто считает, что октябрь может стать месяцем, когда биткоин взорвется, и мы получим его долгожданное ралли, которое и закончит этот год. Но мне лично кажется, что до выборов президента США рынок будет более сдержанным. До тех пор, пока мы не узнаем точные результаты о том, кто именно станет победителем. Почему? Потому что разница между Харрис и Трампом в криптовопросах существенная. И обе стороны по-разному повлияют на рынок в случае победы. Но моя теория такова. До выборов активность на крипторынке будет сдержанной. Теперь еще один черный лебедь, который беспокоит многих людей. Это документальный фильм от HBO, посвященный тому, кто на самом деле является Сатоши Накамото. Некоторые трейдеры даже ожидают увидеть вот такой график цены, если Сатоши будет разоблачен, а его 1,1 миллиона монет будут проданы. Сатоши Накамото, согласно документальному фильму HBO, это Питер Тот, известный биткоин-разработчик. HBO предполагает, что Питер тот случайно засветился, забыв сменить аккаунт в далеком 2010 году на биткоин-форуме Bitcoin, Bitcoin Talk. Сам Питер тот отрицает это заявление. Еще одна версия, что создателем биткоина является Лен Сасамон. Однако его жена Мередит Паттерсон заявляет, что ее покойный муж не был Сатоши Накамото. При этом известно, что Лен был не только мастером криптографии, но и обладал отличными навыками по сокрытию информации даже от собственной жены. Так что либо она действительно не знает, либо она знает, но скрывает эту информацию. При этом сама Мередит является выдающимся ученым-компьютерщиком. В любом случае, мы никогда точно не узнаем, кто такой Сатоши Накамото. Загадка останется загадкой, и это хорошо для биткоина. Сатоши, кем бы он ни был, создал гениальное изобретение и пожелал остаться анонимом. И я уважаю его желание. Хотя есть совсем дикая теория о том, что такое Биткоин на самом деле. А теперь я хочу затронуть тему принятия биткоина, потому что это критически важно. Когда вы инвестируете в прорывные технологии, важно быть на рынке до того, как начнется экспоненциальный рост. 83% миллениалов владеют криптовалютами. И это данные от BlackRock. Если вы финансовый консультант и не знаете о цифровых активах, вам будет трудно привлекать новых молодых клиентов, а вот старых будет становиться меньше. Вот почему в том числе BlackRock идет на криптовалютный рынок. Кроме этого, это означает, что на всех политических выборах по всему миру, если ваша предвыборная кампания против криптовалюты, вы не получите голоса миллениалов. И это простая математика. Еще одна новость о принятии. Matrix Sports сообщил, что криптопринятие сейчас находится на уровне 7,5%. 7,51% населения мира уже используют цифровые валюты. И они прогнозируют рост этого числа до 8% до конца этого года, а может быть даже раньше. И тогда, по их словам, начнется финансовая революция. Но почему этот уровень 8% так важен? Все дело в кривой принятии технологий и инноваций. Она подходит и для электромобилей, и для биткоина, и для новых прорывных технологий. К 2032 году, по данным Blockware Solutions, принятие криптовалют достигнет 40-50%. Обрати внимание, что происходит с кривой принятия, когда она достигает 8%, где-то вот здесь. Как раз после этого достижения и начинается вертикальный рост принятия. Практически вертикальной линией вверх мы взлетим до 80%, и это будет очень-очень быстро относительно предшествующих лет. И вот тогда все начнет по-настоящему и именно поэтому следующее десятилетие будет очень захватывающим мы достигнем 50 процентов принятия криптовалют к 2032 году людям которые будут покупать тогда уже сложно будет назвать себя ранними инвесторами а мы ими являемся до сих пор. До 8% принятия мы все еще ранние инвесторы. Блоковая прогнозирует, что 8% мы можем достичь уже до конца этого года. А это означает, что конец этого года изменит все для криптовалют и ранних инвесторов криптовалюты. Но у меня есть еще больше хороших новостей, если этого недостаточно. BlackRock ⁇ это новый маркетинговый отдел по продвижению биткоина. Обратите внимание на эту их диаграмму. Это траектория принятия криптовалюты, и по их словам она беспрецедентна. Они обозначили ее вот этой толстой желтой линией и она явно выше синей линии, которая представляет собой принятие мобильных телефонов, и зеленой линии, которая представляет собой принятие интернета. Принятие криптовалют намного быстрее принятия смартфонов и интернета. Это безумие. Почему адаптация цифровых активов происходит быстрее? Теория заключается в том, что мы живем в цифровом мире, и две предыдущие революции, интернет и мобильные телефоны, создали этот цифровой мир. Они построили платформу. Теперь, когда фундамент уже готов, людям гораздо проще адаптировать другие новые технологии на этом фундаменте. Также BlackRock упомянул, что миллениалы скоро унаследуют огромное количество денег от поколения бэби-бумеров. И угадай, куда эти деньги пойдут в криптовалюту. Это означает только одно, что бы ни происходило сегодня, какие бы правительства не продавали биткоины или какие бы регуляторы не подавали в суд на биткоин компании, принятие биткоина это не затормозит. Так что не беспокойся о мелочах вроде падения на 20 или 40%. Это не коррекция, нет, это просто подарок судьбы. Итак, Несмотря на не совсем удачную неделю, биткоин все равно показывает хорошие результаты на фоне альткоинов. Показатель альт сезона составляет 33%. И на самом деле сейчас большинство альткоинов находится дальше от своих исторических пиков. И как по мне, именно сейчас лучше накапливать в таких условиях, а не тогда, когда они ближе к своему историческому пику. Давай посмотрим на разбивку. Как ты видишь, за последние 90 дней СУЙ вырос на 150%. Интересно то, что 27% оттоков денег из Саланы за последний месяц текли не в стейблкоины, а именно в СУЙ. То есть люди не продавали Салану, они просто конвертировали ее в СУЙ. На втором месте мы видим Тао, который вырос на 138%, потому что Grayscale запустил фонд инвестиций в искусственный интеллект. И самой большой позицией этого фонда стал Тао. На третьем месте Вив, затем Аве и Фантом. Одними из самых больших неудачников за 90 дней стал Полкадот, затем Тон, Атом, Арбитрум, Эфириум и другие. Я бы обратил внимание на монеты, которые упали за 90 дней больше всего. Возможно, там найдутся хорошие покупки, как с фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения технического анализа. Как обычно, новые технологии и нарративы побеждают. Так работает мир. Поэтому давай взглянем на нарративы в криптовалюте. Говоря о них, мы видим, что ИИ по-прежнему на первом месте. Рост на 48,7% за последний месяц. Биткоин при этом вырос примерно на 13,6%, а эфириум на 5,3%. Это значит, что сектор ИИ превосходит даже биткоин. Опять же, каждый нарратив теряет свою силу после большого роста. Так что ожидай изменений в течение следующего месяца. Те секторы, которые выросли больше всего, могут хорошо скорректироваться, а те, что сегодня выглядят сильно упавшими, наоборот, могут отскочить. Теперь немного данных по принятию той или иной криптовалюты. У Соланы по-прежнему 4 миллиона активных пользователей ежедневно, если быть точнее 3,8 миллиона. Нир занимает второе место, Трон на третьем месте. Но вот что интересно, несколько дней назад количество пользователей Суй превышало 1 миллион, а теперь оно упало до 458 тысяч. Это при том, что цена СУЙ за последние 30 дней выросла в два раза. Но почему-то на этом росте количество пользователей СУЙ упало в два раза. Это позволило Аптосу обойти СУЙ. В любом случае, суть в том, что новые технологии развиваются быстро и быстро принимаются. Но даже среди новых игроков они постоянно меняются местами. Падение SUI с более миллиона пользователей до 450 тысяч за несколько дней ⁇ это довольно удивительно. Поэтому снова важно обращать внимание на постоянное принятие криптовалюты с течением времени. Если у нас есть криптовалюты, чье принятие постоянное и растущее на протяжении нескольких месяцев или тем более лет, это хороший знак. Это очень важно. И говоря о Салане, она все еще лидирует, но это пока что не отражается на ее цене. Думаю, должно отразиться рано или поздно. За последние 7 дней в Салану перетекло более 100 миллионов долларов из других сетей, включая более 70 миллионов долларов из эфириума. Я всегда говорю, что нужно следовать за деньгами, разработчиками и принятием. Конечно, есть исключения из этих правил. Есть блокчейны, которые много разрабатывают, но разрабатывают совсем не то, что нужно. Такое тоже может быть, так что будь осторожен, но в основном следовать за деньгами, разработчиками и принятием будет не лишним. Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик предсказывает, что цена Солана может вырасти в 5 раз к концу 2025 года, если Трамп победит на президентских выборах. Сейчас Солана стоит 145 долларов. Если она вырастет в 5 раз, она будет стоить 700 долларов. Но он сказал, что многое зависит от того, кто именно победит на президентских выборах. Если Дональд Трамп победит, все будет хорошо для Соланы, по его словам. Если же победит Камала Харрис, то Кендрик ожидает, что биткоин превзойдет эфир, который в свою очередь превзойдет Солану. Кендрик также обозначил то, что обновление Solana FireDancer может увеличить пропускную способность сети в 400 раз, что обеспечит доминирование Solana в таких секторах, как финансы, потребительские услуги и децентрализованная инфраструктура. Посмотрим. Но самый позитивный момент для меня это то, что он говорит о конце 2025 года. Значит он предполагает, что бычий рынок продлится до конца 2025. Посмотрим. Я буду отслеживать это практически ежедневно, так что тебе не придется тратить на это свое время. Все, что тебе придется сделать, это просто смотреть эти обзоры. Так что подпишись, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать эти обзоры. Далее денежные потоки по криптоактивам. Solana снова лидирует 5,3 миллиона долларов. Мы видим, что оттоки из биткоина составили 159 миллионов долларов, из эфириума почти 29 миллионов долларов. Короткие позиции, то есть позиции на продажу по биткоину, также выросли на 2,8 миллиона долларов. Это значит, что больше инвесторов в цифровые активы ставят на то, что цена биткоина в ближайшие недели может упасть. Но эфириум при этом тоже не избежал негативной тенденции, и хотя прошлая неделя для эфира отметилась небольшим притоком, этот тренд оказался непродолжительным. Это значит, что спотовые эфириум ETF не особо помогли. И это значит, что возможно спотовые ETF на Solano и даже на Ripple XRP не особо повлияют на эти монеты. Опять же, это только предположение, будущее покажет. На самом деле, все опять же зависит от результатов выборов в США и от того, останется ли Гарри Генслер при власти всех. Теперь, говоря о принятии, криптовалютные кошельки являются ключевыми элементами для принятия криптовалют. Они должны быть понятными, интерфейсы должны быть дружелюбными, и самое главное, они должны связывать множество блокчейнов воедино для того, чтобы затем связать их с миром традиционных финансов, так, чтобы даже самые неискушенные пользователи смогли сделать все операции легко и не задумываясь. Вот, например, крупнейшая децентрализованная биржа на Солане, Юпитер, запускает мобильное приложение, которое позволяет пользователям легко подключиться к блокчейну Солана с помощью Apple Pay, Google Pay, PayPal и банковских карт. Естественно, он может также производить обмен криптовалют, инвестировать по стратегии DCA и многое другое. Это большое событие для Соланы и ее принятия, потому что такие кошельки, как Metamask или Phantom Wallet, в этом плане все еще достаточно болезненные. Мир становится цифровым, мир становится мобильным. И это огромный шаг вперед для принятия. В продолжение темы принятия Бахрейн запускает свой биткоин-продукт. И это тоже огромный шаг вперед. Теперь биткоин признан в соответствии с законами шариата. Национальный банк Бахрейна запускает первый инвестиционный биткоин-продукт. Видишь, как это работает? Как только религия одобряет так на следующий же день появляется продукт. Так что поздравляю всех в Бахрейне с доступом к биткоину. Это просто отличнейшие новости. Вчера также было собрание по делу банкротства FTX. План банкротства состоит в том, чтобы начать выплаты уже в декабре, при этом добавить дополнительные 19% пострадавшим клиентам. Откуда такая щедрость? Платежи составят около 16,5 миллиардов долларов. И большая часть этих денег в декабре вернется об в криптовалюту. Но мне жаль людей, которые ждут своих выплат аж до декабря, потому что если им придется сидеть и смотреть, как цены на криптовалюты растут от сегодня и до декабря, это может быть довольно неприятно, когда ты не можешь попасть на корабль, на этот поезд. Я не должен этого говорить, но было бы неплохо, если бы цены оставались плюс-минус на одном уровне, а затем резко выросли после того, как эти люди получат свои деньги обратно. И давай напоследок поговорим о другой важной теме. О компаниях, которые уже приняли биткоин в качестве резервного актива. Это уже называют стратегией микростратеги или же стратегией Майкла Сейлора. Сегодня CoinTelegraph упомянул новую компанию Fold, которая подала заявление S4 в SEC это делают, когда хотят провести IPO. Этот случай примечателен тем, что эта компания держит у себя в резерве 1002 биткоина. Да, это небольшая компания, но и неплохой запас биткоинов. Компании, которые берут биткоин в качестве резерва, становится все больше. Теперь у нас есть Soul Strategies, у нас есть Medical One, у нас есть Meta Planet, у нас, конечно же, есть MicroStrategy и теперь еще и Fold. Нужно понимать, что принятие стратегии микростратеги другими компаниями находится на ранней стадии. Так, пять лет назад у MicroStrategy было 500 миллионов долларов в наличных, а сегодня они держат больше 15 миллиардов долларов в биткоине, которые они называют цифровыми деньгами. Их акции с тех пор выросли на 1200%. Через пять лет стратегия по добавлению биткоина в резервный баланс станет нормой для большинства компаний и даже стран. И Майкл Сейлор с его микростратегией – пионеры этого искусства. Также сегодня Бернштайн выпустил отчет, в котором говорится, что 16 миллиардов долларов в биткоинах, которыми владеет MicroStrategy, поднимут их акции еще на 64% по сравнению с текущим уровнем. Если сейчас их акции стоят 200 долларов, то рост на 64% приведет их цену до 328 долларов за штуку. Бернштейн также прогнозирует, что биткоин может достичь миллиона долларов за монету к 2033, а 200 тысяч долларов могут быть достигнуты в течение двух лет. Посмотрим, ошибаются ли они, но звучит очень правдоподобно. Стандарт-чарт, о котором мы уже говорили сегодня, тоже крайне оптимистичен. Он прогнозирует цену биткоина в 150 тысяч долларов. Так что пока люди думают, что бычий рынок закончился, они просто берут и добавляют биткоины на свои резервы. Давай взглянем на это. Это график микростратегии по отношению к биткоину. И мы видим, что с мая 2022 года он резко растет и уже вырос на 507% по отношению к биткоину. Я думаю, что некоторые хедж-фонды, которые не понимают этот бесконечный денежный глюк, сейчас испытывают жесткая фома, синдром упущенной выгоды, и будут вынуждены догонять микростратегию. Немного макроэкономики. Это список стран с наибольшим ВВП на душу населения за последние 10 лет с 2014 по 2024. И результаты изменений удивительные. Лидером в 2024 году является Люксембург. Страна с ВВП на душу населения 144 тысячи долларов, что выше, чем 107 тысяч долларов в 2014 году. Я удивился, что Ирландия входит в топ-3 состоянием на 2024 с ВВП на душу населения 134 тысячи долларов. 10 лет назад Ирландии даже не было в этом списке. Удивительно, как быстро могут измениться вещи. Катар, который был на первом месте в 2014 году, сегодня скатился на 1, 2, 3, 4, 5, пятое место в 2024. Вероятно, именно поэтому Катар сейчас тайно внедряет криптовалюты, чтобы восстановить свои позиции. В Сингапуре и Макао тоже пока значительный рост по сравнению с 2014 годом. Эти изменения подчеркивают сдвиги в экономическом росте и покупательной способности среди стран в следующем десятилетии. И те страны, которые примут биткоин, ИИ -и, и роботехнику переживут взрыв ВВП на душу населения, и этот список поменяется значительно, и мир поменяется значительно, и расклад сил на международной арене также потерпит значительные изменения. Спасибо за просмотр и лайк, увидимся в новых видео. До скорого.